любые переговоры с Украиной о каком бы то ни было полезном взаимодействии гарантированно будут провалены усилиями Украины. Дело в том, что Украина, где не менее 5/6 населения составляют русские, может оставаться отдельной от остальной России только если будет всеми силами отпихивать остальную Россию от себя. Поэтому какие бы то ни было провалы переговоров с Украиной, это никоим образом не вина Министерства иностранных дел Российской Федерации. И если кто-то говорит о необходимости перемен в Министерстве иностранных дел, ссылаясь на провал этих переговоров, он, несомненно, ошибается. Более того, примерно так же ведут себя еще некоторые республики Союза по сходным причинам. И, соответственно, деятельность нашего Министерства иностранных дел нет смысла оценивать по событиям, происходящим на пространстве нашего бывшего и, надеюсь, будущего Союза, а только по деятельности этого министерства за нашими настоящими границами.